знатным шваброй. Его язык ранит так же, как кулаки. От его слов взрослый ведьмак. Покажешь нам класс? Будешь участвовать? Не исключено. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Швабра, видишь ли, боец необычный. Швабра? Никогда не слышал такого имени. Не по имени следует оценивать противника. Сударь Швабра – отважный дворник, а с силой его ударов может сравниться только точность его попаданий. Хорошо, начнем. Да ты как лист трясешься, погремушка-потаскушка. Ну давай уже драться, что ли. Главный на ринге шутник – это я. Ты что не вякнешь, все выйдет херня. Если шутки слабые, это видно всяко. В бою теперь сойдемся мы, однако. Все твои фразы – пустая бравада. Будет победа мне лучшей наградой. Скоро тебе будет доктора надо. Пусть поспешит и с тобой встанет рядом. Доктор придет и, окинув все взглядом, кости твои отвезет к тебе на дом. Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой, и запросишь пощады. Ну ты... это... того... должен признать. Умеешь ты словом приложить. Ты выиграл. Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, ты выиграл. Ведьмак победил! Он одолел швабру его же оружием! Ты меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя ух как разнес. Да, ясен пень.